Вильнюсская сиделица Тихановская. Просто вот никакими словами не передать. Вот когда эта женщина открывает рот, у меня желание, я не знаю, начать сбор денег ей на любовников, чтобы у нее рот всегда был чем-нибудь занят. Вот последнее, что она сказала. Лукашенко приглашает российские войска на территорию Белоруссии в период политического обострения, что является недружественным шагом по отношению к Украине. Во-первых, учения в рамках союзного государства проходят регулярно на протяжении многих лет. Если эта идиотка невменяемая Тихановская не в курсе, жалко. Но это в том числе свидетельствует о ее глубоком интеллектуальном уровне. Второе. Это что, Лукашенко начал портить отношения с Киевом? Серьезно? А может быть это все потому, что окружение Тихановской рекрутировало, так сказать, отдельный двигающий кластер Майданной революции на помощь своей котлетной? Может быть это потому, что Украина топила, выражаясь модным языком, за котлетную революцию в Беларуси? Может быть, это выходка с ЧВК? Какое-то отношение имеет к этому процессу? Нет, не находите? Тихановская тоже не находит. Она безнадежна. Ее только продолжать наблюдать в этой политической кунсткамере.